Да я уже включил. Ты где? Слышишь? Чё за хуйня? Пиздюк, блядь, ты где? Ой, ты что за... Это энергия для бабули, блядь. Баночка как для урина, ёба. Да я хоть и разберусь. Чё это за игра, скажи мне? Во что играем-то? Мы играем с тобой в Гренни Симулятор. Блядь, как я медленно хожу. Где ты, мелкий проказник, блядь? Я где? Наставили меня старую женщину, блядь, на ребеночка. О, кусты, это что такое? Интеракт. А что ты делаешь, кусты, слышишь? Интеракт? Мать, ты что делаешь? Птицеракт? Кого ты там нашел-то? Я не птицеракт. Ты что делаешь? Что там творишь, бля? Ух, нихуя тебе, пизда! Вежливо. В курсе, что тебе пиздец. Подожди, сейчас. В смысле? Подожди, а как кидать-то? Съебался нахуй. Подожди, а как кидать-то? Не знаю. Я не знаю, как кидать, но я сейчас тебя сломаю, блядь. Я тебе сейчас Хабибку сломаю. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Блядь. Как кидать-то, блядь? А вы чё ебанулись, блядь? Ты чё, прихуел? Ну какой-то стакан, блядь, для анализа. Ты как с бабулей разговариваешь, блядь? Как кидает эту хуйню? А-а-а! Я, кажется, понял, как её кидать. Стой. О, блядь. Ебал нахуй. Как биться, слышь? Внучек похож на Були, блядь, на маленького Були, нахуй. Пизда тебе, подожди, я упал. Пиздец тебе, карга старая, ёбаный в рот. Ебало нахуй. Эй, ты чё? А, блядь. Я, блядь. Иди сюда, блядь. Чё это, у тебя там уровень здоровья показан какой-нибудь, нет? Я сейчас возьму что-нибудь и ударю тебя, блядь. Иди сюда, мелкий пиздюк. Вставай, хули ты делаешь, блядь. Давай, блядь, беги, хули ты не бежишь-то? Ничего, старая карга, блядь, хуй поднимешься на... Блядь, тут кровь! Тут моя кровь или это твоя, блядь? На лестнице нихуя себе, блядь. А, и тут, короче, ключ, тут ключ какой-то лежит. Тебе надо какой-то ключ? Я тебе не отдам. Блядь, тут кровище реально. Блядь, чё, блядь, иди сюда, иди сюда, сорванец мелкий, блядь. Сейчас я чё-то неебательное нашел тут. Я сейчас возьму вот это, что это, сковородка, блядь, с антипригарным подкрытием. Какие-то потайные ходы, блядь. Я потайные ходы какие-то нашел, блядь, ты не поверишь. Иди сюда, где ты? Сюда, пойди, пожалуйста. Подожди, куда сюда, блядь, подожди. Куда сюда, блядь? Сюда. Это взять-то можно? Чё тут можно? Я могу... Блядь. О, у тебя здоровья там совсем мало. Подожди сейчас. А ты где? Вот. Ты на втором этаже, я что ли? Я разобрался, блядь. Ты это хуёво, да. Что ты так быстро разобрался? Там ты маленькая ты дверь есть. Ты делаешь-то? Вставай, ёбаный! Ты чё? Вот, отлично. Я тебя найду, я тебя найду. Have I watered my plants today? Who is the duty today? Call of duty today. Блядь. Съебало. Ты чё, блядь? Call of duty, блядь. Бери эту ёбаную бутылку, блядь. Who is duty today? Call of duty today. Ты творишь-то, блядь? Ты чё, блядь? Вот тут ключи, да хуя, подожди сейчас. Да я сейчас вломлю. Я в Нарнию дверь открыл. Сейчас я подпитаюсь. О, подожди, у меня есть дихлофос. А ну сюда пойди, бля, мелкий. Иди сюда, бля. Блядь. Что ты делаешь-то, ебать? Подожди, стой. Что ты там, старая карга, пытаешься сюда? Пытаешься сюда пролезть, нихуя не получается, бля. Пролезай, ебать, твою мать. Посмотри, там, посмотри со стороны. Это пиздец, блядь. Это клиника, нахуй, просто. Я вижу. Чё у тебя? Клиника доктора Живаго, блядь, смотри, что это за хуйта. Что делаешь, блядь? Нужно полить цветы. Во-во. Нет. Блядь. Ебать, хули ты упал-то, ёбаный в рот. Это не приличной позе, ты лежишь. Да нахуй-то. И Рональдиньо забивает, блядь. Беги нахуй отсюда, блядь. Ты полил мои цветочки?
Нет, я не. Так я уебу тебя по почкам, блядь. За цветочки будет мстя. Подожди, стой, у тебя там здоровья много? У меня люблю, когда его много. Все нормально. Я взял пистолет и тебе пизда, короче, братан. Пошел ты на. А, блядь. Блядь, а выйти отсюда можно, кстати, через дверь? Ой, я на улицу вышел! В смысле? Какого хуя? Смотри, меня током ёбнуло, смотри! Это хорошо, блядь! Отпусти, дай я по улице побегаю! На, нахуй! Это хорошо! Отпусти, ёбаная старая корга, блядь! Ебал отсюда, нахуй! Сука, главное, я тебя плюсь. Я тебя, блядь. Я, сука, реально в нарды улетел, блядь. Это хорошо, бля. А куда ты побежал? Блядь, это было прекрасно. А куда ты побежал, скажи, пожалуйста? Я ключи собираю. Бля, подожди. Ключи собираешь? Да. Иди сюда. Подожди. Я так прыгаю высоко. Не-не-не. Все, да, да, надо съебывать отсюда, к черту, мать. Бабка неадекватная, нахуй. Ты сейчас, бери вот эту хуйню, можно взять? Нет, нельзя, сука. Так, подожди, ну стой, я сейчас найду что-нибудь увесистое, тебе ебну, подожди, пролезу. Хуя себе вежливость, блядь. Вот потом они нарожают вот таких вот, и так вот они разговаривают, блядь. Да че бабка, блядь, меня вообще сейчас, блядь, запинала до смерти практически, нахуй. По-другому с тобой нельзя, понимаешь? Про чуханочки тебе такой подзатыльничек. Я вышел погулять по улице, понимаешь ли, ребенок захотел прогуляться, блядь. Где ты, ёба? Где ты, бля? Нахуй. Я не вижу тебя, ты где, бля? Если бабка тоже вежливая где-то, бля. Сейчас родителям, блядь, нахуй позвоню, блядь, ёпта, и все, а тебе пизда. Просто серьезно, нахуй. Такая хуйня. Здесь очень осторожно надо, блядь, тут очень осторожно. Не можно взять? Блять, нет. Блять, хули ты пластом, блядь. Ты как тюлей, нахуй. Твою налево, нахуй. На, блядь. Сейчас, подожди, я. Отпусти, ёб твою. Квализипам ёбну, блядь. Хуяк, бля. Отлично. Прям в киевскую полочку. Ведь я люблю эту полку так же, как и тебя, блядь, нахуя. Ты маленький, блядь, Були каким был, понял, да? Були уже был в таком, блядь, возрасте хулиганистом, блядь. Да я в шкаф заеду. Шкаф не открывается. Да, подожди, стой. Не, нихуя, ты пистолет, что ли, блядь, потерял свой, да? Ты проебал? Пистолет его награничено стреляет. Я могу в окно. А, не, не могу. Нихуя себе, ты еще маленький для окон, блядь. Подожди, ты заебал. Нормально. Ничего нету. Найди что-нибудь, тебе нужно открыть на кухне эти шкафчики. Я понял, я много, я ключей-то много взял. Ебать. В принципе, ключи-то я взял много. О, я на улицу. Ну выходи, выходи, я пока полью свои цветочки, пока ты там ходишь. Тебе пиздец, я копье нашел, блядь. В смысле, блядь? Я нашел копье. Не, положи, пизда. Положи. Это нельзя трогать. Положи, блядь. Положи эту хуйту. Положи. Я сказал, блядь. Хуя, смотри, у тебя копье в руке. Я тебе копье в руку воткнул, блядь. Я вижу. Бля, это плохо было. Я цветочки не полил нихуя. Бери эту поеботу. Поливай. Блядь. Старая корга, блядь. Вежливый. Я нашел вооружение себе. Я сейчас. На, блядь. Получилось? Нет. Нихера ты меня понатыкал, блядь. Смотри, я тебе как понатыканный. Слушай, я вообще могу за пределы, что ли, выйти, да? А вот это почему я не могу? Почему оно горит? Я почему-то не могу взять электрошокер. Ну, я правильно, потому что не нельзя. Электрошокер детям не игрушка, поэтому нельзя, слушай, блядь. Слушай, я выбежал вообще за пределы участка. Смотри, я вообще за пределы. Вернись, сорванец, вернись, бля. Или сковородкой тебе похлебал сейчас. Догоняй, старая корга, блядь. Я пошел родителям звонить, нахуй. Сейчас я тебе, блядь, позвоню. Сейчас я тебе, блядь, наберу. Ты не убегай так далеко от меня, не убегай. Не, я не убегаю, нет, я просто, я в обход. Какой обход, блядь, только до выхода дошел. Я только до выхода дошел. Какого выхода ты там дошел? Там несколько выходов входов. Бля, о, груши, груши, мои груши, блядь. А, это сливы. Собирай, как раз урожай. Че ты ребенком-то занялась? Вот там у тебя груши, блядь, всякая хуйня. Так ребенок неадекватный же.
Ребенок нормальный. Если бы бабка была бы... Да, нормальный ребенок бабушку не тыкает всякими хуйнями, блядь. Какие-то тычки мне, какие-то палочки повтыкал в меня. Зачем? Я что-то нашел. Ты не по... О, блядь, что такое? Бля, я нож нашел. Нихуя себе, блядь. Я реально нашел нож в сундуке. Я открыл сундук и нашел нож. Ну иди сюда, давай, покажи мне. Покажи мне. Боюсь, покажи что... бабуле нож. На! Пиздюк, блядь, мелкий. Я тебе сейчас за нож нахуй отл... Все, тебе... Бабка с ножом, с копьями, блядь, тебе бегает. Пиздец. Я в окно вылетел. Меня пнуло, я в окно вылетел, стекло разбил. Нихуя себе, блядь. Я тебе говорил, я говорил тебе, что нельзя шутить, нельзя уважать старость, блядь. Сейчас я в Нарнию схожу, маленький пиздюк. Уважай старость, сученость, бля. Сейчас я дойду до тебя. Я там Нарнию нашел, так что тебе вообще пиздец. Кого ты нашел? Нарды нашел? Нарды ты нашел? А, Нарнию, Нарнию. О, лестница, нихуя себе. Лестница, хуестница. Сейчас тебе покажу, блядь, лестницу. Так, где ты? Я тебя по запаху найду. Ты же обосрался, наверное, там уже в подгузник свой. О, блядь. Нихуя себе. Ща найду тебя. Где ты, бля? Бля, тут спальня, прикинь. Ну, естественно, где ж тебя зачали, блядь? Блядь? Не в подвале же, правильно? Как знать? Ну, не знаю, не знаю. По тому умению, как ты любишь тыкать в бабушку, я уже начинаю, блядь, сомневаться в том, что ты нормальный, блядь. Хуя. Нихуя. Лежать, блядь. Как ты еще ходишь? Хуяк, блядь. Понатыканной всякой хуйней. Сейчас мы разыграем с тобой очень смешную сценку, блядь. Значит, я должна забить, как бабуля, блядь, смотри. Хуяк, блядь. Я за пределы участка вылетел, нахуй. Абонент вне зоны досягаемости. Kill you, Grandmother, у меня написано слева. Нихуя себе. У меня, знаешь, какая цель? Убить Grandmother. Мне еще пенсию не выдали за этот месяц, блядь. Я убью сейчас. Я тебя убью сейчас, блядь. Сейчас найду, еще раз убью. Иди сюда, иди сюда. У меня для тебя есть... Бля, где Нарния-то? Это бутылочка с белой жидкостью. Иди сюда. Молочко, молочко. Иди сюда, блядь. Я понул, блядь. Я же летел за пределы, блядь, участка, нахуй. Во-во-во, тихо-тихо. Я так просто не сдамся, блядь. Так просто не убьешь меня. Нет, тут было очень много. Стой. Вернись, блядь, где ты? Ой, я в какой-то кабинет зашел, нихуя себе. Я ключ нашел, и кабинет, тут компьютер, телевизор. Положи, Пиздец. Положи и уйди, блядь, оттуда, блядь. Что ты ломаешь? Где ты ломаешь? Блядь, вернутся твои родители, пиздов ломят. О, я все им расскажу. Нет, нет. Я притворюсь, что я нихуя не делал. Я все им расскажу, все покажу. Ты понимаешь, что пиздец-то в любом случае будет тебе. Эй, а что это такое за хуйня вот это? Эй, я почему-то что-то у меня произошло. А, не, у меня все нормально. Это что? Ну, вот, я точно. Что у тебя произошло? И я сколько времени прошло? Бля. Бери нож потом. Вернись, пожалуйста, учти, я еле хожу. Что там у тебя, блядь? Что там у тебя за херня, блядь? Мои цветы, цветы, мои цветочки. Что ты, блядь, роняешь-то, ебаный свет, а? О, я все понаоткрывал. Цвета, это же гурда. Тещин язык. Ой, поливай, поливай, поливай. Кричей всем хаюха. Ты что на бабушку рот открываешь, свой мелкий поганец, блядь? Тебе пизда, блядь. Сейчас иди сюда, я мыло тебе засуну в рот, блядь. Тебе пизда, блядь. Иди сюда. Что ты там ломаешь, блядь? Что ты делаешь? Подожди. Ты где? Ты хоть бабульке-то намекни, где ты. Пример. Да подожди ты сейчас. Если я тебе скажу, где, это будет уже неинтересно, согласись. Будет охуенно интересно. Бери. Ты не поверишь, понятно. Я гаечный ключ нашел. Я нашел гаечный ключ, тебе пиздец. Ежливо. У меня цель тебя убить. Ты знаешь, что у меня цель тебя ебнуть? А у меня цель полить цветы. У нас с тобой разные приоритеты по жизни. У нас с тобой разные цели, да? Блядь! Нихуя себе! Прям в спину, блядь, нихуя себе. Это был гаечный ключ, я предупреждал. Вернись сюда, вернись, ты же убежал, блядь, я тут не вижу ничего. Вернись сюда. Куда я убежал? Сюда, я здесь, подожди. Где ты? Я тебя не вижу, нихуяш. У меня есть большое преимущество, я хоть и маленький, но я быстрый, блядь. Ну, понятное дело, понятное дело, а вот бабуля не очень.
Что ты там, блядь, делаешь? Блядь, у тебя здоровье на 19% всего осталось. Между прочим, у тебя здоровье все осталось на 19%. Я тебе еще позволю немножко пожить, хорошо? Спасибо, блядь, жучок, спасибо. Ванночек, Сань, добрый. Ты-ды-ты-ды. Что, блядь, за ты-ды-ты-ды, нахуй? Что в смысле? Нихуя себе, я, по-моему, тебя ёбнул. Я тебя Мой бы я тебя убил. Бля, ну нет? Ты стрёмный маленький, конечно, пацанчик такой. Как ты это, блядь, родителям объяснишь, что бабу? Бля, у меня ж факел горит. Сука, факел, как в последнем герое, смотри, такой. Нажмите D to speak trade. Как будто в задницу тебе воткнули, да. Спасибо. Так, подожди, давай. Так, что надо нажать? Exit? Надо нажать выход и попрощаться. Хорошо. Я думаю, что следующую серию мы запишем уже я поиграю за мелкого пиздюка, а ты будешь за бабу. За мелкого легче, кстати, играть, я так понимаю, потому что он бегает быстро, его хуй поймаешь. В общем, посмотрим. Хорошо. Да, на. Да, да, посмотрим. Но это было действительно очень весело, угарно. А как игра-то называется? А, это симулятор бабули, да? Это называется Granny Simulator. Такая вот игрушечка. Игра еще вообще-то не вышла в полноценный релиз, да? Я не... Нет, ну ты ж купил ее, значит, вышла. Ну, типа там какая-то такая ранняя версия. Ранняя версия 0.04. Но, тем не менее, она 0.4. Угарная, забавная, веселая. Надеюсь, что они будут обновлять, еще что-нибудь добавят. Хотя бы карты новые, это было бы прикольно. Все, ребята, до следующей встречи. Наверное, в следующей встрече я уже буду играть за бабулю, Олег будет играть за маленького Були, который будет пытаться меня убить. И, наверное, он это сделает, скорее всего. Да, так что подписывайтесь, ставьте палец вверх. Увидимся, услышимся. Пока-пока. Пока-пока.